Привет, меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал «Алмазный Мазак в США». Сегодня еще одно видео законченной работы Девы Марии. Это частичная выкладка, которую я покупала из Алиэкспресса. Она выкладывается мерцающими или кристальными, да, стразами, стеклянными, если можно так сказать. Купила ее несколько месяцев назад с Алиэкспресса. Я купила, наверное, штук 5 или 6 икон, и вот это одна из них, и это уже вторая, которую я закончила, из тех 5 или 6, которые я купила. Хотя размер написано, что 30 на 40 сантиметров, на самом деле это размер канвы, а не дизайн. Размер дизайна 25 на 35 сантиметров. Почему она частичная? Лицо и руки и ноги не вышиваются, не выкладываются. Вот. И этот набор идет с 14 цветами. Между прочим, я только сейчас запомнила, я только что... заметила, посмотрите, фон какой голубый, желтый, прям в тему, как украинский флаг. Итак, канва обычного качества, пластиковая, и липкий слой был у нас наливной клей, неплохой, но по сравнению с тем же Diamond Dots или Diamond Art Club, он немножечко похуже, он не настолько липкий с одной стороны, с другой стороны там слой, ну вот, прям чувствовалось, что там совсем чуть-чуть слой. Намазали не так, как в Diamond Dust, там прям стразик как будто бы тонет. И вот, и все. Если он закреплен, то он закреплен на года. Здесь я не совсем уверена. Вот, ну, поставлю ее под стекло и думаю, стразики будут держаться. Выкладывалась она, в принципе, быстро, неплохо. Был брак в стразиках. Не во всех, но в большинстве. Какой брак? Поцарапан низ стразинок. И из-за этого, когда я ставила стразинку на символ, то был виден, была видна часть этого символа черного. Да, там буковка какая-нибудь, A, B. Вот. И это некрасиво было, поэтому я старалась подбирать те стразики, которые не поцарапаны сзади. Ну вот, получилось довольно-таки неплохо. Абсолютно кристальные стразы всем, даже черного нет, пластикового. Вот так вот это выглядит. Я ставлю ссылку, если вам интересно и вам понравился результат, то покупайте. Стоила она около 5 или 6 долларов, я уже не помню. И еще я вам хотела показать вот эти вот 3 браслетика, которые моя дочка наконец-то закончила. Я их уже показывала, но 2 только. Теперь все, она закончила все 3. От Diamond Dots здесь я покупала в физическом магазине Hobby Lobby. И, как вы видите, я, ну, практически все заменила, кроме белых AB, на кристальные и вот голубые AB стразы. Этот набор шел исключительно с пластиком, да, с малиновыми стразами. И плюс 2 цвета там были AB, белый и сиреневый. Вот, но я абсолютно все заменила на кристальные. Ну, и оставила только вот белый AB в самом первом браслетике. Блеск опять не передает камера, но блестят они классно и хорошо смотрятся на руке. Вот. В общем, это все, что я хотела вам показать. Надеюсь, видео вам понравилось. Спасибо большое за внимание и увидимся в следующем видео.